Пане Романе, ще про Кримський міст, незаконно збудований. Більд пише, як вважає низка експертів та військових аналітиків, українська армія ймовірно готується до того, щоб завдати нового удару по цьому мосту. Наприкінці минулого тижня пригадаємо, що українська армія атакувала в Криму російські пароми «Авангард» і «Конрад-Трейдер». І російські джерела повідомляли, що для ударів тоді використовувалася західна зброя, саме «Атакмс» та «Storm Shadow». При цьому російська система протиповітряної оборони Криму вкотре дала збій. Тому, виходячи із цієї статті, ось такий удар по паромах, чи може бути ознакою нової атаки, що готується на Кримський міст, Керченський міст, зробити так, щоб Росія не могла одразу знову розраховувати, точніше, на пароми, як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку? Ну, Крим, якщо його смотреть, розглядати його як оперативний котел географічний, в него ведут 7 мостов, 7 дорог, 7, как бы кто ни говорил. 2 сухопутные коридоры, это автомобильная трасса с Донецка до Ялты, 4 полосы движения. Железнодорожная сейчас уже по сухопутному коридору, они сейчас будут подключать всю железнодорожную ветку, причем там их 2 ветки. Одна идет с Ростова, Таганрог, с Таганрога сразу на Мариуполь, дальше на Бердянск, на Мелитополь. Вторая железка идет чуть севернее, через Залавайск, на Донецк, на Волноваху, на Токмак, через Камыш-Зарю, на Токмак и дальше на Мелитополь. То есть это 2 моста по сухопутному, железнодорожный автомобиль. Есть морской мост, так называемый. Это использование тех же БДК, больших десантных кораблей и судов сопровождения для переброски сил, средств, войск Крым и обратно. Воздушный мост, Ил-76 в основном, это транспортники, которые могут выполнять боевую задачу. Это Керченский мост, один железнодорожный, один автомобильный. Вот 6 мостов, которые надо уничтожать. Ну и 7-й — это паромная переправа, которая на данный момент максимально используется как раз, использовалась до удара по паромам. Один паром затоплен, второй поврежден, практически нереально его использовать. Использовалось для выполнения этих задач. Потому можно сказать, что мы занимаемся уничтожением логистических цепочек, их 7. Вот одну, можно сказать, отминусовали, еще 6 осталось. Занимаются кораблями российского Черноморского флота наша спецура, наше главное управление разведки, естественно, служба безопасности, военно-морской флот уничтожением этих больших десантных кораблей. Воздухом занимаются наши ракетчики, авиация, уничтожая аэродромы, аэродромно-техническое оборудование, чтобы Ил-76 не смогли нигде садиться. Наши войска, авиация, ракетные и армия занимаются уничтожением или будет контролировать железную автомобильную дорогу по сухопутному коридору. Остается Керченский мост. Вот Керченским мостом, скорее всего, займутся сейчас комплексно. Действительно, после удара по Керченской переправе паромной, вывода ее из строя, вот Керченский мост остается, пока еще остается нетронутым. Но, скорее всего, идет именно подход к выполнению комплексной задачи по его выводу из строя. Мы видим уничтожение ПВО, видим уничтожение аэродромов, то есть подбираемся все ближе и ближе к Керчи. Я думаю, где-то в ближайшее время этот вопрос решим в основном с помощью ракет. То есть сейчас уже какого-то другого механизма уничтожения моста не предвидится. Пане Романе, до того, що відбувається на полі бою, Foreign Policy пише, що Збройним силам України терміново потрібен контрнаступ. Нам, звісно, він потрібен, але ми розуміємо, що фізично провести його ніяк не можемо зараз. Видання пише, що це потрібно Україні відповідно так, для того, щоб потім йти на переговори на сильніших позиціях. І у Foreign Policy виділили 3 сценарії завершення війни. Пропоную перше з вами обговорити. Як пишуть Foreign Policy, найближчим часом Росія досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні, так би мовити, якийсь там мирний договір на своїх умовах. Наскільки цей сценарій реальний за нинішніх умов? Такая парадигма в прошлом году провести контрнаступление теми силами и средствами, которые нам передали, не передав авиацию, не передав
ракеты в достаточном количестве, как раз и привела к тому, что мы потеряли большое количество наших ребят, выполнили боевую задачу только исходя из тех сил и средств, которые были, то есть продвинулись на 15 километров, это боевой радиус артиллерии. А вот эта парадигма, давайте там проведем контрнаступление, чтобы потом быстренько усесться с россиянами и что-то с ними перетереть. Договорить, мирно договориться и так далее и тому подобное о сдаче украинских территорий. Крыма, Донбасса, сухопутного коридора и так далее и тому подобное. То есть такую же самую парадигму еще и в этом году запустить, ну уж точно никто не будет делать. То есть наступление, контрнаступление только для того, чтобы усесться с россиянами за стол переговоров, так этого точно никто делать не будет. Или тот, кто хочет, пожалуйста, вперед. 1500 километров фронта. В любом месте можете идти, наступать, а потом садиться, если вам так сильно хочется с кем-то посидеть из россиян кофейку попить. Не сдаваться Украина не будет, и украинское общество. Ну, естественно, дурных таких действий уже никто делать не будет. Наступательные действия сейчас возможны на данном этапе только с помощью дальних средств поражения. Что значит наступательные действия? Основная задача любой армии, мы с вами это два года говорим об этом, основная задача любой обороняющейся армии — это уничтожение наступающей армии противника, агрессора. То есть уничтожение армии противника приведет как следствие к освобождению территории. Не надо заниматься обратными действиями. Надо выстроить эту причинно-следственную связь, цепочку этих причинно-следственных связей, и тогда выполнять эти задачи. Так вот, основная задача — уничтожение войск противника. Это можно делать, не выполняя наземных операций. То есть, находясь, допустим, в глухой обороне, в активной обороне, какой угодно, а выполнять задачу уничтожения российской армии с помощью ракет, самолетов, на беспилотников, то есть много механизмов, их надо просто запрашивать именно в таком режиме. Но это не для того, чтобы сесть и, вернее, добиваться с Россией каких-то мирных переговоров, это для того, чтобы уничтожить российскую армию там, где мы ее можем достать. Оптимальный вариант — доставать ее в Крыму. Почему? Потому что она закрыта там. То есть там большое закрыто, имеется в виду практически географический оперативный котел. Это и там сильно не подвигаешься. Стационарных целей больше 150, по которым, в принципе, высокоточное оружие отработает на раз, два, три. Плюс механизм уничтожения российской армии на территории России, что сейчас делается, на оккупированной территории материковой Украины, та же Херсонщина, Запорожщина, Донбасс. Это тоже должно выполняться. Для этого просто надо достаточное количество дальних средств поражения. То есть их надо запрашивать, а не слушать те призывы прошлогоднего уровня. А давайте наступим куда-то, а потом будем с россиянами о чем-то договариваться вроде как с лучшей там, сильной позицией. Да не надо с ними договариваться, их уничтожать надо. И там, где достанем, там и надо уничтожать. И не с кем будет договариваться, потому что после уничтожения российской армии на нашей территории Россия просто развалится, ее разорвут внутренние эти противоречия, никуда они не денутся, пойдут туда же, куда пошел в свое время и российские военные корабли, и Советский Союз.